вот и четвертый раунд. Дуэльная лига от истоки третьего турнамента. Инс против Карвика. Достаточно высоко запрыгнул Карвик. Видел, как он тренировался и пару раз сталкивался на этой неделе с ним в ладере. Признаюсь и похвастаюсь, надавал пиздюлей Карвику. Надавал, ребята, в двух матчах я был. Вот. Ну, посмотрим. Он вообще мощный. Посмотрим, может и справится с Инзом. Ну. Поехала именно Галюха. Выбирает по красному пройти. Рельсошафт есть, а вот ракетки нету. Конечно же, не ринется дальше в бой Анарки после этой рельсы. Так. Рельсы. Хоть немножко постановился, задумался, но Карвик, как мы видим, да? Такой достаточно аркадный игрок. Ну какая же рельса по Анаркин? По головушке. Именно поцеловал, ну именно в головку, в лысинку. Чик-чирик. Мгновения не хватило Анарки, дабы достичь желаемого Карвиком дамага. Угу. Пошла крыса тихонечко, ребята. Слышит Анарки. Окей, битва за красный. Да какая шафта, ебать, ты шо гонишь? Ты бы еще с супермашинкой бы зашел бы вообще. Или с триболтом. Нет, с триболтом это очень хорошо. Я даже не знаю все. Ой, хороший, нифига себе. Ракету включи. Ну ладно, без ракеты тоже Карвика получается справиться. С Инзами это 2-0 уже. Полторы минуты такой уже счет. Хороший аимер, Каврик. Каврик. Гаврик. Хороший аимер, Гаврик, ребята. Ой-ой-ой. Смотрите, как не везет Инзу в первой части игры. Это уже 3-0 для Галены. Чудесный счет. Надо возвращаться на мигу. 4 секунды до нее. Видит, что Анарки занял позицию и заходит туда. Ты что гонишь? Ты гонишь. Не, надо просто констатировать факт. Не спрашивать, ребят. Ты гонишь, Карвик. Но как красиво у него получается это делать, ёптить. Ну. Ракету кинь. Эх, слишком поздно. Не был тайминг рассчитан. И Анарки делает свое дело. Красный для Инза. И Андрей... Пишет, ребят, на мигу. Чеп-чеп-чеп-чеп и Дейл. Съест мигу. Чеп-чеп-чеп-чеп и Дейл. Лучше всех. Хорошо, мы видим, как ловко управляет им своим героем Анарки. И это должно помочь ему как-то еще драться. Очень много времени. Мумент в этой игре имеет высочайшее значение. Практически такой же, как Аим. Что-то не очень получилось прицелиться. Джампада, а? Карвик занял позицию на Меге, но отходит. Он дарит тебе ее. Дарит тебе. И автомобиль. Блин, я хотел под Мегу. Биль, вот. Мне кажется, весь дамаг, который вносит Карвик сейчас из решающих, является неким стихийным. Посмотрите, просто стихийным, да. Красиво рассчитав тайминг. Инс сделает еще один фраг и всего лишь один теперь отделяет его, чтобы сравнять счет с Карвиком. Карвик очень аимно, но неаккуратно играет и... Ну вот, ребят, не отходя с места просто... Ой, 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 танцы на ракете, ке-ке-ке-те. Сегодня Инс говорил тебе. Пока что некая Мутузилова и аркадная игра. Карвик явно претендует на некие быстрые фраги и сумбурное развитие событий. Инс очень... Умный игрок, аккуратный, хитрый. Не раз пиздошил меня в ладере, не раз вообще это было, но... Даже не знаю, ребята, стоило подкрыть голосование с чатом. Что это, везение или тупо... АИМ, что это вообще?
Сейчас рельсы отстреляется. Красиво отстреливался по звуку карвик, однако дамага Инзу нанести не удалось. Карвик стягивает мигу, и как же разовьется драка за красный. Эх, что там вообще творится. Красный тоже за карвиком, смотрите, выходит атаковать. У анарки совсем не имеется хп. Прожимает, вынужден прожать обилку. Этот желтый хоть немножко поправляет ситуацию. И драка, драка. Хорошая. Блин, ну карвик тоже умеет стрелять, вы посмотрите. Снова 7-5. Половина игрового времени сыграна. Контроль за карвиком. И снова очередной красный. Не держит рельсу. Не держит рельсу. Спокойненько, спокойненько, братец. Спокойненько. Очень люблю, как играет Инс. Уважаю его как игрока, как человека. Приприятнейший человек в общении. И очень хитрый, неприятный оппонент в Квейке, ребята. Вот. Но что-то не мастюшечка какая-то сейчас у него. Потрясные рельсы дает карвик. И все эти претензии со стороны Инза заканчиваются лишь только фрагами. Сейчас еще закроешься. Ай, блин, отдал красный карвик. Отдал, отдал. Пытался разрулить эту ситуацию, и при более удачном стечении обстоятельств, мне кажется, это даже могло выйти у него. Достаточно резкий такой игрочок карвик, но на данный момент Ин сделал фраг и фоллоу-киллер на нем. Point of view, ребята, пов на нем. И болеем, конечно же, за Андрея Инза. Красный без штрафа за ним, и давай, надо догонять, 3,5 минуты еще играть, и Анарки явно может это сделать. Вот она встреча, какая рельса, ебать, какая рельса. Подобная ошибка была в начале матча у карвика, но там, по-моему, она разыгралась ему на пользу, когда он чисто с шафтом или что-то начал заходить на красный. Явно понимаю, что там карвик, ой, инфуда находился хороший. Галена явно задержалась в этой позиции снизу, и съев с удовольствием два бубалеха ввиду сотки ракеты. Ух, красивая рельсочка, Андрюха. Ебош, бротик. Ебош, братец, да, класс. 3 минуты и всего лишь один фраг. Анарки находится на контроле, и, как мы понимаем, это все возможно. Так. Некое подобие плюсбека. Пустился карвик, и как мы видим, это явно не его мейн амплуа в квейке. Его, мне кажется, он это делает с недовольным лицом. Вот, отличный выпад от анарки, и прекрасная. Прекрасная атака Галени, просто не оставив шанса. Абьюз Треспа. Надо добивать, Андрей! Надо было спасать. Ебать. Некие такие завихрения вижу в муве и прицеливании у Андрея Инза. Могу предположить, что субботним вечером он может быть как минимум не трезв, да, ребятки? Ух. Кричит Галена и покидает место борьбы за Мегу. Небольшой профит, плюс 30 хп добавляет он Инзу, и главное соблюдать контроль. После этого красного стоит атаковать Галену. Анарки во всеоружии, ребятки. После того, как возьмет шафт. Ах, съел ракету. Явно шансы атаковать Галену снизились, я имею в виду эффективно. Хорошая! Молодчик, ребята, молодчик. Вы посмотрите, как рассчитал тайминги, использование обилки, всего остального. Снизу желтый, справа. Но, конечно же, дамаг в оппонента более приоритетная задача, и у него получилось. Алло, карвик, хочется сказать, ты гонишь. Ну, поставить перед фактом, может, он до сих пор не знает. Ну, явно карвик не оценивает ситуацию перед тем, как сделать множество мувов на этой карте. Как мы видим, очень аркадно, как мы называем, играет.
Блин, а что там, я не пойму, оверхильные тотемы уже? Только что я видел как минимум два у Галены, а где же третий? На данный момент не удается разглядеть их на карте. Давайте посмотрим вот так вот. Нет, один всего лишь тотем сейчас у Галены. Она атакует! Фраг преимущества 13 секунд, 12! Да, ребят, очень правильно. Инс выбрал стратегию и просто лишь плюс бэчит. 3 секунды 2 и это GG. Инс забирает руины. Такая среднестатистическая каточка получилась, но даже немножко веселая. ГГ.